Вот такая вот сковородка пришла с Озон. Заказывал ее для себя. Делать холостяцкий завтрак. Ну, даже и можно ужин, например, почему бы и нет. Например, яйцо пожарить и сделать салат с огурцами и помидорками. Очень даже неплохо будет. Ручка у нас прикручивается буквально за несколько секунд, так что ничего страшного. Сковородка в целом, ну, очень прикольная. Стоит на газовой плите устойчиво. То есть не кондыбается, ничего, все хорошо. А люди пишут, что здесь срабатывает индикатор, ну, когда можно уже, например, яйцо сюда вбивать. Не знаю, правда, нет. Ну, проверим. Так все нравится. Вот, здесь у меня немножко бардак. Вот, кстати, отверткой, которая прикручивала ручку у сковородки. Вот, соответственно, пришла сковородка в такой коробочке и в пупырке. Нет, пупырка.